Здравствуйте, меня зовут Виктория. Я живу в Южной Корее, мне 50 лет. Я бабушка. В данный момент сижу дома и помогаю своим детям. Сегодня я хотела бы обратиться к тем людям, которые по многим причинам не могут выйти на работу и иметь стабильный заработок. Я хотела бы вам рассказать о нашей компании. Она называется «Надион». Компания занимается благотворительностью, и участникам компании предоставляются большие возможности. Это оздоравливаться и иметь хорошие заработки. Со дня основания компании я являюсь участником, поэтому это не просто слова. И я могу на своем опыте вам рассказать, что здесь есть и карьерный рост, и вы будете зарабатывать не меньше, чем люди зарабатывают на заводах. Поэтому звоните, пишите мне. Всем пока!